Правила одни для всех и без исключения. Чтобы студенты высших учебных заведений продолжили свою работу в аудиториях и сидя за партами, нужно, чтобы не менее 80% преподавателей были привиты. Так, руководство Национального университета, Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета организовали второй этап вакцинации своих сотрудников. На открытом стадионе по инициативе президента высших учебных заведений Сергея Кивалова был создан центр массовой вакцинации против COVID-19. Желающих обезопасить себя оказалось достаточно. Подробнее в сюжете моих коллег. В начале недели губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, комментируя угрожающие темпы развития заболевания ковидом в стране, в частности в нашем регионе, обратился к руководителям высших учебных заведений и призвал вакцинироваться всех работников сферы образования. Желтая зона не за горами, а там и до локдаунов рукой подать. Если в закладе освіти отримали щеплення менше ніж 80% працівників, цей заклад переходить на дистанційний формат навчання. Незалежно від того, чи це є дитячий садок, школа чи вища навчальна установа. Звертаюсь до тих, хто наразі стоїть перед вибором. Зростає не тільки рівень захворюваності, а й мутує сам вірус, набуває нових загрозливих форм. Статистика свідчить про те, що сьогодні у тяжкій формі хворіють саме невакциновані особи. Руководство Национального университета, Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета максимально ответственно отреагировало на призыв главы области. Все желающие студенты и преподаватели собрались на крытом спортивном комплексе юракадемии, чтобы получить свою дозу вакцины. К слову, подобные пункты вакцинации в стенах юридической академии функционируют не первый раз. Активная фаза вакцинации работников сферы образования стартовала еще в июне этого года. В ходе первого этапа было вакцинировано около 500 преподавателей и сотрудников юракадемии и Международного гуманитарного университета, а также и членов их семей, получивших по две дозы препарата. На первом этапе он тоже здесь проходил, и все желающие, не только студенты и преподаватели, но и жители Приморского района приходили сюда и вакцинировались. Вот в первом этапе, это летний период, почти 500 человек прошли вакцинацию, наши желающие студенты и преподаватели. Второй этап у нас начался учебный год. И мы понимаем, что есть серьезная проблема. Если мы не вакцинируем более 80% профессорско-преподавательского состава, то вуз перейдет на дистанционное обучение. И нам это не очень хочется. Не только нам, но и студентам. Студенты хотят учиться очно. Этого не хватало нам целый год. И для того, чтобы не сорвать учебный процесс, для того, чтобы так мы и занимались до декабря месяца, мы вот и обратились ко всему коллективу Национального университета, юридической академии, Международного гуманитарного университета, Международной академической школы. Мы организовали сегодня с нашей университетской клиники бригады. Развертывание центра массовой вакцинации для студентов и преподавателей – оперативная реакция на вызовы времени. Статистика заболеваний неумолимо ползет вверх. Причем в нашей стране вольготно себя чувствуют новые, еще более опасные штаммы вируса. Пренебрегать возможностью обезопасить свою жизнь и жизнь своих близких в юракадемии и Международном гуманитарном университете не собираются. Вероятно, нас ожидает увеличение заболеваемости, и мы должны в высших учебных заведениях быть готовы к любому сценарию с точки зрения той, что наши студенты должны учиться. И контакт преподаватель и студент максимально должны быть сохранены. У нас уже в который раз проводят вакцинацию. Мероприятие, за которое мы очень благодарны президенту Международного гуманитарного университета, академику Кивалову Сергею Васильевичу, за организацию, помощь и поддержки. Мы единая команда МГУ и Национальная юридическая академия. И, безусловно, когда мы проводим в МГУ вакцинацию, мы всегда с радостью приглашаем также сотрудников Национальной юридической академии. И практически сегодня весь профессорско-преподавательский состав Национальной юридической академии и Международного гуманитарного университета привиты. За редким исключением, когда сотрудники, преподаватели имеют аллергические реакции, имеют обострение аутоиммунных заболеваний, другие противопоказания. Вот эта площадка стадиона юридической академии, она явилась знаковой для нашего региона, потому что отсюда впервые был показан зономодель, алгоритм, как надо правильно вакцинировать большое количество граждан.
И эта традиция не умирает, она продолжается, мы набираем обороты. И вот сегодня, когда у нас начинается большая вакцинальная кампания по прививкам от ковида преподавателей, профессорско-преподавательского состава студентов по всей Украине, то что вот мы опять же показали, как можно соорганизовать коллективы двух разных вузов, и юридической академии, и Международного гуманитарного института, университета, для того, чтобы правильно, комфортно для людей, прежде всего, организовать эту кампанию. Специалисты отмечают, центр вакцинации на Фонтанской дороге 23 организовали по всем правилам и требованиям Министерства здравоохранения Украины. Для начала нужно заполнить документы, затем консультация с врачом, и лишь после этого человек отправляется за ширму. Преподаватели рассказывают, процесс оформления и организация временного пункта вакцинации на высшем уровне. Сделать такое для своих сотрудников не каждый может. И предоставить ту вакцину, которую мы хотим, тоже не каждый может. Я когда записывалась, еще Pfizer не было. Буквально неделя прошла, и я уже могу спокойно вакцинироваться. Но мне кажется, что сегодня вакцинация – это осознанный выбор каждого сознательного человека. Поскольку я понимаю, что мы живем в такой ситуации, когда ты отвечаешь не только за себя, но и за окружающих. Близкое окружение, окружение на работе. Поэтому сегодня мне непонятно, когда возникает вопрос, вакцинироваться или нет. Это современный вызов общества, и это осознанный шаг. Здесь все очень хорошо и грамотно организовано. И многие уже провакцинировались именно здесь, в медицинском институте нашем МГУ. Ну а те, которые не успели по каким-то причинам, они сейчас будут или немножко позже. Там у каждого свои причины, когда что делать. Вот. Кто-то уже другой вакциной провакцинировался. Ну, мы все заинтересованы пройти и потом никого не заражать и самим не болеть. В первую очередь, вакцинация – это собственная безопасность и здоровье близких. Так аргументируют свое решение педагоги университетов. Для них, как для людей, которые работают с огромным потоком студентов, это большая ответственность. Ведь здоровье молодых людей зависит, в частности, и от преподавателей тоже. Я, прежде всего, думаю о безопасности своей семьи и окружающих, потому что я имею контакт со многими студентами. И мы знаем, что если ты бережешь себя и бережешь окружающих людей вокруг. В свою очередь, студенты также ответственно относятся к своему окружению и пришли на вакцинацию. Молодые люди говорят, традиционное обучение никогда не сравнится с дистанционным. После длительных карантинов они с удовольствием посещают пары и не горят желанием снова уходить в режим онлайн. Сьогодні я отримала першу дозу вакцини, вакцинувалася Pfizer-ом. Взагалі це дуже гарна можливість всім студентам, працівникам вакцинуватися тут. Потрібно лише записатися. За ініціативи президента нашого університету Сергія Васильовича Ківалова було влаштовано такий пункт масової вакцинації, де кожен бажаючий студент, викладач має змогу прийти, провакцинуватися і вже піти на пари. Це нас зручно в плані того, що не треба добиратися, знаєте, шукати, записуватися. Черги взагалі немає, я прийшла спокійно. Ну, тобто, задумка дуже навіть хороша і можливість для тих, хто справді хоче вакцинуватися, супер. Прививали желающих студенти старших курсов Медицинского института Международного гуманитарного университета. Преподаватели и сами студенты отмечают, это не просто возможность проявить свои знания на практике, но и принести пользу своему городу и стране. Я особые слова благодарности хочу сказать студентам медицинского института Международного гуманитарного университета, которые поддержали эту инициативу. Вот у меня как раз за спиной они сидят сегодня вместе с преподавателями и принимают всех желающих вакцинироваться той или иной вакциной. Я считаю, что это очень важно, что они здесь. Вот в нашей университетской клинике работают и доктора, и профессора медицинских наук. И вы знаете, наверное, очень важно, что поддержали именно это направление и наши студенты. В вакцинации активную помощь принимают участие именно студенты факультета медицины и громадского здоровья, который был недавно создан при МГУ. Наши студенты отличаются тем, что они очень удачно сочетают свою учебу в стенах МГУ, которая буквально находится за нашей спиной, и практическую работу в клинике, и в том числе помощь при проведении сегодняшней вакцинации. Люди получают первую дозу вакцины Pfizer. Я думаю, учитывая то, что эпидемия ковида уже длится не первый месяц, все уже наверняка осведомлены, что эта вакцина
считаются наиболее подходящие для контингента лиц более старшего возраста. У нас есть преподаватели, которым, ну, скажем, больше 40, больше 50. В принципе, им эта вакцина подходит. Эта вакцина прошла все этапы сертификации, апробации. И я думаю, сомневаться в эффективности вакцины, произведенной одной из, наверное, самым крупным фарм-производителем в мире, я думаю, просто не возникает никаких сомнений в ее качестве. Эта вакцинальная кампания – это очень хорошая возможность студенту на практике применить все свои теоретические знания, научиться работать с пациентами, так как это, по сути, формирует, в принципе, основу нашей медицинской практики. В будущем это правильный подход находить к пациентам, обращать внимание на какую-то клиническую картину. Да и, в принципе, во время карантина огромная возможность, помимо того, чтобы чему-то научиться, приносить пользу окружающим. Напомню, в активную борьбу с коронавирусом коллективы Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета вступили еще в феврале прошлого года, когда ситуация с пандемией была непредсказуема. Буквально в первые дни на базе МГУ открыли центр по борьбе с коронавирусом. Проводили бесплатные тесты на COVID-19 для всех желающих одесситов. Кроме того, руководство вуза предложило развернуть госпиталь на базе спортивного комплекса высшего учебного заведения для жителей нашего города на случай ухудшения ситуации. Университетская клиника наладила курсы последипломного обучения врачей-анестезиологов для работы в ковидных госпиталях и отделениях. Там их учат правильно и безопасно работать с медицинским оборудованием, в частности, с аппаратами искусственной вентиляции легких, и эффективно оказывать помощь больным. Это был первый этап борьбы с коронавирусом. Этим летом Одесса наряду со Львовом и Киевом вошла в тройку городов, где пилотировал проект организации центров массовой вакцинации против COVID-19. Сегодня клиника мединститута МГУ является лицензированным учреждением по проведению ПЦР-тестов. Летом 2021 года спорткомплекс Юракадемии стал первым центром массовой вакцинации одесситов в выходные дни. Всю работу центра при поддержке Департамента здравоохранения обладминистрации качественно и оперативно организовали сотрудники университетской клиники Международного гуманитарного университета. И я благодарен губернатору нашей области Сергею Гриневецкому за то, что он откликнулся, он создает условия, чтобы все, кто желает вакцинироваться, неважно, или это в драматическом театре, или на спортивном комплексе проходит вакцинация, или в юридической академии, или в международном университете, или в другом месте. Когда это необходимо в целом для общества, здесь никаких политических интриг не должно быть. Здесь должно быть открыто. Нужно реально сегодня оказывать помощь тем, кто нуждается в ней.